зараз будемо проводити діагностику і дізнаватися про новий навчальний заклад, який є у нашому місті. У нас у студії Данило Лиходіїв та Єлизавета Степанюк, студенти медичного факультету Донецького національного медичного університету. Доброго смотрю на вас, я серіал «Інтерни». Ще круто. Ну, розказуйте. Недавно у нас з'явився такий от вуз. Ви взагалі з нашого міста? З нашого. Ну і розкажіть, будь ласка, як ви обрали цей навчальний заклад, чому ви його обрали і як вам навчається там? Ну, чесно говоря, я не думала, що я поступлю в мед, я планувала бути економістом. Це спонтанне рішення. Знайома ситуація, хотів стати актером, поступив на юриста. Кстати, там же, на тому же місці. Да-да-да. Ну, достатньо спонтанне рішення випускниці 11 класу. Ну, коли вибирала вуз, іскала вуз з хорошими рекомендаціями. Ну, от вибрав парня на Донецьку. Не знаю, чому, але захотілося. Поступила і оказалось неплохо. Хороша база, хороші преподаватели. Думаю, випущу, стану врачом. Это хорошо. Ну, у меня совсем другая история. Я уже и шел, я знал, что я хочу быть медиком. И у меня мама медик, и как бы она хотела быть в институте. Я после колледжа, ну, захотел продолжить дальше учебу. И мне это нравится, я сейчас и работаю, поэтому вижу, как это лечить людей. Где? Я работаю в 4-й больнице анестезистом. Я ж колледж закончил Мухина, поэтому и работаю, учусь. Чого, коли приходять люди в халатах, одразу починають зуби боліти, там щось тягнути і так далі? До речі, які перші знання ви вже отримали? Тобто ви зможете там поміряти тиск вже там, все це, ви знаєте базу? Так, давлення зміряти там без проблем. Це без проблем. Ну, це після Мухіна. А перший курс, так? Ну, так, перший курс. Ну, в принципі, базове знання, звісно, є, і можна і першу медицинську допомогу оказати, і в екстрених ситуаціях теж знаю, як діяти. Добре, ви долучалися до якихось проєктів вже? Щось цікаве відбувалося? У нашому ж місті активно, в принципі? Ну так, звісно, помімо учебної діяльності, ми активно займаємося общественною. У нас проходять різні благотворительні акції. Ну, ми учимося спілкуватися з майбутніми пацієнтами, ну і також проводимо такі мероприятия, в рамках яких розказуємо людям, як це, наприклад, у нас була благотворительная акция 1 декабря ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Наши студенты в центре города, по-моему, организовали, ну, разложили палатку, и мы там, получается, рассказывали всем о путях профилактики и распространения ВИЧ-СПИД. Также на День Святого Николая наши студенты ездили в детский дом, ну, радовали маленьких детишек представлением и конфетками. Вот. И на День города мы тоже на Дворцовой мерили давление и уровень подкорного жира. О, Боже, подкожний жир я не хочу знати, чого його засмучувати, це правильно? А тиск можна поміряти? Тебе зараз? Так, я поки сяду, ти будеш питання додавати, я до вас підсяду, так? Так, звісно, можна. Можна, ви чуєте апарат? Я встаю і йду підсаджуватися, міряти. Ні-ні, я до вас. Я до вас. Отлично. Так, шановні. Удачі тобі, Марія. Мені треба підняти щось? Та я думаю, що я так справлюсь. Я поки ви там міряєте, ми сімзочка, взагалі. А по поводу, є ж теорія, а практика? А практики у нас пока еще не было, но я думаю, что в конце первого курса... Вот это уже есть, да. Думаю, в конце первого курса нам организуют практику в больнице. Будем проходить практику в больнице. Да, нам обещали. Стоп, а какой факультет? Подождите, какой факультет? Лечебный. А кем выпуститесь, кем будете? Я, ну, хочу быть хирургом. Но не теоретиком, а оперативным хирургом. Страшно, честно. Быстрее возите его в вену. Это очень... Это же, вы понимаете, что тут... Вот когда мне говорят, я учусь там в меди и так далее, я понимаю, что тут пары прогуливать нельзя. Нельзя. Потому что если ты прогулял пару и такой, так, у нас тут... А я, по-моему, тут прогуливала просто, я не помню. Давление ваше 110 на 70. Это же так же невозможно. Сколько? 110 на 70. Можно в космос. Это мои, тиск, все нормально. Можно в космос. Поэтому забирайте, пожалуйста, эту книжку. Да, абсолютно, все хорошо у вас. И в космос ее. Я даже не хочу мерить, потому что мне кажется... А как вы говорите, жир подшкирный треба вымеривать? А там было специальное приспособление, то есть нужно было разбуться и стать на специальный вот прибор, и ручками вот так вот держать, и он измеряет уровень подкожного жира. Ну, в принципе, слава богу, я бы что, мог сломаться, Мария, он мог сломаться. Да, как бы ты став, я сейчас на тебе говорю. Добре, а вы знаете майбутньому, каким самым лекарем хочете быть? Ну, тут хирург. Про хирург, да, это очень хорошая специальность, она мне тоже нравится, но я работаю анестезистом, помощником анестезиолога, и мне это тоже очень импонирует, нравится.
наркоз. Говорят, как действует анестезия. Наркозы, да. Ну, и у нас специальность анестезиология и реанимация, поэтому это очень ответственное, поэтому интересно. А будет случай, что вы больше, чем надо, ввели анестезию? Да не, ну там же врач все это контролирует. Это врач все контролирует, поэтому там все. Прям аж типа. А вдруг? Фантастично, Діман. Насправді нам дуже пощастило, у нас є тепер зв'язки в медицині. Можливо, це головні лікарі. Так було, зв'язки там були. Ну ладно. Насправді дуже цікаво. Ну ви задоволені тим, що брали саме цей навчальний заклад? Я, да. А как по поводу количества людей хватает? Ну, то есть, сколько факультетов и сколько сейчас студентов учится? Ну, из украинцев, то у нас учится примерно 200 человек. Ну, будет еще наборы, на этот год постоянно. Ну, зрозуміло, будет наборы, это перший рік, первый тому, год. В принципе, ну, так хорошо. Мы довольны преподавателями и оборудование, которое у нас есть, там, если на анатомию, нам и препараты, и манекены. Все препараты это интересно. Да. А за кордону є багато людей? Ну, на данный момент даже больше, чем. Да, 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 да. Там же ректорат весь зарубежный, что я говорю. Ух ты, дуже цікаво, насправді. Класно, мы вам бажаємо успіхів у вашому навчанні. Не прогулювайте пари. Бачите успішними лікарями і звертатися, і не боятися йти до лікарів таких. Не, просто лично. Если нужна будет анестезия, можно позвонить, да? Да. Спасибо большое, удачи, успехов. Ну, а мы двигаемся дальше эфиром, скоро увидимся.